Привет, друзья! Вы на канале Принцесс Милана. Сегодня я вам покажу мои подарки на день рождения. Давайте же начнем. Первый подарок я вам покажу, что мне подарили родители. Родители мне подарили такую станцию Шиммер. У нее платье в алмазах. У нее были вот эти крылья, но я их сняла. Они такие вот желтого цвета, и у них тут звездочки, шарики. Вот. У нее вот это украшение снимается. И у нее вот эта штука не снимается. У нее лосина есть, вот у нее тут нет алмазов, а вот тут есть. Она сгибает ноги. У нее вся одежда снимается. Вот тут дырочка для крыльев есть. Вот. А у нее волосы красно-желтого цвета. И у нее руки не сгибаются. Это где уже они вот тут типа сгинут, но на самом деле они не сгибаются. Ну так, не выпрямляются. Вот такая классная станция Шиммер. Давайте же посмотрим следующий подарок. Следующий подарок – это полимерные червяки. Я еще не знаю, что это такое. Мы для этих червяков, возможно, снимем отдельное видео. Так что подпишись на мой канал, чтобы не пропустить это видео с полимерными червяками. Давайте этих полимерных червяков в зеленой упаковочке, эксперимент коробочки отложим в сторону. Этих полимерных червяков мне подарил класс. Давайте посмотрим следующий подарок. Это спиннер от Киаби. Мне подарил мой лучший друг Бори. Если, Бори, ты смотришь мое видео, я тебе передам большое спасибо. Вот такой прикольный красный спиннер. Тут написано Киаби. Кстати, он мне подарил с упаковочкой. Вот эта штучка снимается. А крышка тут прозрачная. Всем привет! Очень классный подарок. Спасибо, Борис. Давайте отложим вот этот спиннер. Смотрим следующий подарок. Чтобы посмотреть, давайте. Это ручка. О, блокнотик. Это мне подарил класс. Вот. Тут я могу что-то писать. Вот тут сердечки, и он красного цвета. Сердечки немного блестят. Вот тут просто пустые страницы. Они все белого цвета. Сейчас я кое-что напишу вам, чтобы вы это сделали. Должны это действие выполнить. Так, 4 пальца должны быть. И вот так, и вот так. Похож на лайк? Так, надо подрисовать такую штуку. Так, вот это вот так. Вы должны это действие быть. Подписаться на мой канал. Вот тоже подписаться. Красная кнопка. И поставить мне лайк. Чем больше лайков и подписки, чем больше видео. Ручка суперско пишет. Мне, наверное, на год хватит или на два. Давайте блокнот и ручку отложим в сторону. И посмотрим следующий подарок. Я уже все конфеты тут съела. Тут были конфеты. Это такая игра. Хотите, я вам прочитаю сейчас правила игры? Сохраняй карточки от шоколадок.
когда соберешь все 23 карточки, можешь начинать игру. В игре с 23 карточками могут участвовать до 3 человек. Раздай всем по 5 карточек и определи право первого хода. Отложи в сторону все парные карточки и возьми из колоды карточки, чтобы на руках было не менее 3 штуки. Вытягивай у другого игрока наугад по одной карточке и собирай парные, откладывая их в стороны. После каждого хода из колоды бери по одной карточке. Проигрывает тот, кто остался с одной непарной карточкой. Вот этих героев вы, наверное, знаете. Это щенячий патруль. Тут даже нарисовано, какие шоколадки были. Вот. И тут мы их открывали. Сейчас я вам покажу, наверное, да там были разные. Тут конек. Вот такая вот упаковочка. Прикольная. Подарок мне подарила моя лучшая подруга Лида. Я тебе передаю привет тоже, если ты смотришь мой канал. Давайте этот подарочек отложим в сторону и посмотрим следующее. Это нам известные в рекламе показанные конфеты Тофифи. Мне подарила опять моя лучшая подруга Лида. Была большая упаковка. Было всего 3 штуки. И было 45 конфет. 2 мы уже съели и 1 осталась. Давайте же откроем. И мы попробуем. Я вам на камеру съем одну конфетку. Так, вот тут ленточка такая золотистого цвета. Сейчас ищем вот тут. Да, вот тут вот с этой. Опа. Вот такие шоколадки. Я вам аккуратненько держу, чтобы их не раскрыть. Сейчас я одну съем. Вот эту. Там внутри, вот это первый слой, второй слой, вот это шоколадка, а там прямо внутри вон орешек. Орех. Обалденно вкусные конфеты. Спасибо, Лида, за подарок. Рекомендую. Давайте посмотрим последний подарок на сегодня. Пальчики оближу. Это вот такая книга. Подарили мне мой крестный папа, дядя Леша и тетя Катя. Я вам передаю привет. Это детская энциклопедия для умных и любознательных. Это детская энциклопедия для таких умных, как я. Кстати, дядя Леша и тетя Катя мне подарили еще один подарок. Но я не буду вам говорить, это секрет. Дедуля, прабабушка, тетя Наташа, тетя Аня подарили мне деньгами, чтобы я купила все, что захочу. Спасибо вам! И, кстати, всех, кто я сегодня перечислила в этом видео, все, кто мне подарил подарки, я вам передаю привет в этом видео и спасибо. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, ты увидишь много интересного. И не забывайте, чем больше лайков, подписков, чем больше видео. Всем пока!